Интересно, а что они там сейчас делают? Кто они, Виталий Иванович? Да никто, заводи, Федь, заводи. Ревнуете? Издеваешься? А, я вообще молчу. Фух. Ну, пока вы тут заводитесь, я пойду ягодки поем. А вы не против? Не против. Ты же будешь есть. Ну да. Да. Виталий Иванович, у меня какие-то сомнения большие по поводу Марины. Какие сомнения, Федь? Ну, в общем и целом, она ничего. Мне всегда такой хотелось. Какую такую? Ну, чтобы идти с женщиной, а все вокруг меня ненавидят. Завидуют. Да. Ой. Ой. Ну, а тут еще тянет меня к ней. А почему? Не знаю почему. Ой, Федь, это судьба. Федя! А я в твой подарочек нарядилась. Арю-рю! Медвежонок, тебе землянички набрать? Набрать. Наберу. Вкусняша. Ну вот видите, а? Да хорошая она. Ну какая-то она прямолинейная слишком. Ты вспомни мою Катю. Сразу успокоишься. Сравнили. Она другая. Купчёна! Чё ты, Федя, мне не до рыбалки? Виталий Иванович, ну, может, хоть с пирса блеснем? Федечка, можно я блесну? Ну, пожалуйста, один разочек, а? Ну, хочешь блеснуть, блесни. Федь, ну ты чего? Ну, я просто блестеть хотела, то есть блеснуть. В общем, а куда Мурзин-то поехал? Надеюсь, Катя. Ладно, надо мотор менять.